Вот сейчас меня очень умиляет, значит, некто по фамилии Собчак, мне сложно определить пол этого создания, по ее деяниям. То есть ясно, что это нельзя отнести к барышням совсем. А сняла там в ресторане Марио руководителя там Росмолодежи, забыл какую фамилию. Василий Якименко. Василий Якименко. И все стали говорить, какая она молодец. Кто молодец? Да для меня это как спор между Катей Гордон и Ксенией Собчак. Называется «Оба хуже». То есть кто молодец? Это вот этот человек, который лично виновен за дикое количество поломанных судеб молодых ребят и девчонок, строящих свою жизнь по этой бездарности, по этой абсолютно вот по позорищу, в стране, где «Дом-2» считается телевизионной передачей, да вообще уже с ума сошли. Просто сошли с ума. Не случайно было сказано еще в начале 20 века, хочешь уничтожить русский народ, разврати женщину. Вот насколько отец Ксении Собчак много сделал для русской демократии, настолько же для уничтожения его светлой памяти и развращения молодежи сделала его дочь. Поэтому все от нее исходящее воспринимать хоть на каком-то серьезе, да это не рукоподатное. Это просто, понимаете, это надо себя найти на помойке, чтобы с этим общаться. Якименко ответит там за себя и пусть отвечает, не в этом дело. Но это, по-моему, сейчас надо писать Собчак фри. То есть вот просто ставить отметку, что эту никуда не пускает. Я хорошо помню, какой большой молодец Алена Долецкая, которая когда-то на мероприятии ВОК там никогда ее не пускала, чувствуя сразу вот это вот эти миазмы зловония, исходящие вот от этого создания. Под видом женщины. Да с ума уже сошли. Когда в интервью мат. Когда мат печатается и считается это нормально. А посмотрите, сколько телеведущих позволяет себе не в личной жизни, а в том числе и в Твиттере употреблять мат. Нормально. Это что, такие в последнее время гейские замашки? То есть это вот так подчеркнуть, что именно? Это настолько омерзительно. Это настолько... И все считают, что все нормально. Все хорошо. Ха-ха-ха. Как так можно? Она же дама, а тот гей тоже дама, значит. Они, видно, все дамы. И что теперь? Если зло... то надо смотреть на пол этого зла. Поэтому не удивляйтесь потом, если ваши дочки выберут такие ролевые модели. Не удивляйтесь, когда они начнут с вами, с мамами разговаривать матом. Ничему не удивляйтесь. Нацию разложить просто, воспитать сложно. 232-1559. А борьбу с коррупцией надо начинать, госпожа Собчак, собственной семьи. Собственной семьи. Рассказать про сенаторство. Вот про все рассказать. Про выгул и шуб в Куршавеле. Но ведь сенаторы чем отличаются от Якименко? И тот на госслужбе, и эта барышня тоже с бюджета получает. Ну давайте уж всю правду рассказывать. Такие, снять своих друзей, бывших и нынешних. Не мешает же выложить. Давайте, давайте. Дорожки кокаиновые, кто как носом упал куда. Давайте, покажите. Говорит.